Други, подруги, всем привет, с вами Грувчанский, поле сражений, играем, побеждаем. Вчера был небольшой патчик на БГ, там немножко порезали мехов, и теперь они за день мне попались уже кучу-кучу раз. До этого не попадались, потому что были очень сильными. В общем, сегодня посмотрим, присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, кофе, ставьте свой царский лайк. У нас тут, конечно, выбор великих героев. Ну, типа, ничего хорошего. Изера, драконы. Ну, Изера, конечно, очень часто получается топ-1 занимать. Но... Лаки, демоны есть. Давайте попробуем Синдрагосой. Может, Синдрагоса сейчас более-менее сносно играет. 5. Выход. Выход в демонов. Я могу взять тебя, вас зафризить. Ну давай брать этот неплохой дуплет. Типа мы сможем в левел выйти и потом поставить двух красных. Конечно, мех качать гораздо приятнее, но... Типа, мех в триплет-то может и не зайти. Надо пытаться как-то сначала видеть, что тебе игра запихивает. Конечно, нельзя отказываться от демонов, например, просто потому, что есть партии Мурлоки. Вот, видишь? Как это называется? Называется... Плыть по течению сейчас. Нет такого типа какой-то большой вариативности. Надо вот показывать те карты. Вот их и надо брать. Показывает демонов. Ну и демоны так демоны. Особенно большой разницы не будет. Ну ладно. Так, какие у нас варианты есть вообще? Куда собирать вообще этот триплет? В теории можно собрать тройку и быстро найти Катронатира. Да. Это смотрится достаточно мощно. Либо собрать четвертую таверну. Вообще это могут быть демоны и лемы. Если очень сильно повезет. Понятно, он тут токен направо бы ударил. Вообще шикарно было. Шикарно. Два демеджа. Я думаю, что это стоит того. Ну и на стол уже очень мощный, да? На второй ход. 2-5-5. Фризим, да? Я, конечно, могу чисто его зафризить. Но смысла большого я не вижу. Типа, ну будет у нас тут 3-4 дракона, почему нет? Рукой мне машет Йоксарон. Офига, тут Рено Джексон в третью таверну выходит. Ну какой нафиг левел, чувак? Ну ты чё? Левел. За Синдрагосу левел. Ку-ку. Там демоны у тебя. Вот и качай своих демонов. Ну я бы не сказал, что это демоны больше... Да, смешанные существа. Вот есть шанс 4 урона внести. Если он направо ударил, то внесли бы 4. Соберем сейчас триплет. Не буду особо выеживаться. Катронатир. Жонглер. Ну, жонглер меньше подходит, а вот катронатир... Бесплатно получает статы сюда. Очень хорошо. Что, получается, берем дракона? Блин, фризить так впадло. Ну, типа, это тоже будут неплохими существами. Опять же, демоны, наверное, приоритетнее были бы для меня. Ну, два слота есть. Если не демон, то возьмем рунного стража. 4-5, да, тоже неплохо.
Стол нормальный, 18-16 на четвертый ход. Очень нормальный. И, слушайте, и вначале, если бы мехи выпали, да, допустим, там, с Павлами, их тоже раскачать очень классно можно было бы. Так что почему бы не пересмотреть взгляды о некоторых героях, которые раньше смотрелись не так эффективно, а сейчас выглядят более стабильно. На хай-роли особенно. Типа старт выиграл и пошел. Ну, демонов здесь нету. Да, я могу сейчас... Валуна я, наверное, зафрижу одного через обилку. Это я не буду фризить. Потому что выглядит вяло, а ну мне жалко отдавать... Ну, типа не брать 6-6 валуна. А хочется еще все-таки Т3, таверна, попытаться еще демонов найти. Да, я думаю, понимаете, почему я так именно сыграл. Это будет сейчас 6-6. И, возможно, двух демонов, одного прокрутим. Вот это качнем под катернатиром, мы не получаем урона. Теперь мне нужен триплет в пятерку. Ну... Или на крайняк в шестерку. В партии есть мурлоки, всегда от этого надо отыгрывать, да? То есть в какой-то момент может так получиться, что в игре будет большое количество ядов, да? Естественно, демоны будут не так сильны. Если, конечно, я не добавлю Ривендера и Баблершу. Поэтому так. Мулхаус... Мулхаус, Фулхаус. Фулхаусович. Мулхаус, ты в курсе, что вас немножко там в лемах порезали, да? Возобновляемый дух не такой уже кайфовый, как был раньше. Надеюсь, он в курсах. По идее, сейчас я могу еще и в левел выйти. Если прям ролл плохой будет. Еще катронатир. Ну, почему нет? Два катернатира, это в два раза меньше дэмэджа будем получать. В два раза меньше, чем ноль. Можем взять тебя. Четвертая таверна. Блин, двоих продавать я не хочу. Я беру тебя и делаю два рерола, я думаю, да? Здесь есть пожиратель душ. Есть заклинатель гнева. Топить заклинатель гнева. То есть я могу зафризить, сейчас взять заклинателя гнева, поставить на стол. Плюс дуплет раскаленного валуна. Сжираем катернатира. Параллельно качаем еще одного заклинателя гнева под катернатиром. Давайте пробовать. Я готов к любым испытаниям. К любым пробам. Ошибкам. Но я думаю, что типа нормальный ход. Значит, ну стоят, ну бафаются. Потом добавим, ну накрутим элемов. Ой, накрутим демонов. Добавим баблы. И как бы будет хорошо. К тому же, два золотых заклинателя гнева. Это выглядит как название видео на YouTube. Вот, яды пошли, да? Яды пошли. Очень-очень жестко. Очень жестко будет нам. Очень-очень проблематично. Не знаю, супер важен ли мне левел. Я думаю, что нет. Так, есть тут один демон. Окей, тебя берем. Тебя берем. Я могу сделать три ролла и зафризить одного демона. Надо же, конечно, от тебя отказываться как-то. А демона тут нет.
Здесь есть дуплет валуна. Ну, давайте зафризим. Вот это тоже классно фризить. Но поздновато. Вот здесь есть дуплет еще рунного стража. Ну, рунный страж отстой, конечно. Так, кого больше? Давайте посмотрим. Если больше драконов... Дракон, мех, смешанный. Мурлок, мурлок, элем, мех. Ну, 50-50. 50-50. Я думаю, что танк интереснее, да, чем рунный страж. Ну, таунт. Таунт интереснее. Ну, и не факт, что я его буду брать. Правильно? Сейчас как в роли просто выпадет мне триплет, да? Мы выйдем в левел, разим одно существо и сразу соберем триплет себе. И надо танк вырезать. Ну, это плохой удар. Танк до сих пор жив. Вот танк мертв. Блин, у нее еще рефреш есть. Эх. А, все, больше рефреша нет. Ничья у нас. Везучий чел. Так, здесь раскачка неплохая. Плюс левел, да, наверное, мне нравится. Значит, не знаю, по поводу отказываться ли мне от дуплета... Или взять его. По-хорошему-то хочется вообще крутануться, сделать рерол и поискать еще демона на раскачку, да? И забить на этот триплет. Поэтому да, давайте забьем. Так, я предлагаю что? Я предлагаю тебя продавать. Мурлоки. Да, и будем тебя брать. Можем, кстати, заморозить пройдоху. Например. Вот это продать. Вот это продать, вот это заморозить. А, я и так могу заморозить, господи. Я думал, что рубль стоит, у меня совсем глюкнуло. Так, мехи в партии в теории есть. Поэтому я буду с тебя вскрываться. Ядов, скорее всего, еще не должно быть так много. Держим в голове, что нам нужны баблы. Нужны баблы, нужен ривендер. Не знаю, какого-то большого фарма карт у меня здесь, скорее всего, не получится. Чтобы можно было как-то через этот раскачаться. Вроде демон, да, сделать... вроде дракона, а сделать ничего не может. Вроде мы все равно сильнее. 3-5, убей еще. Мамка живучая, конечно, блин. Еще и удар в мамку, да? Вау. Эти размены. Еще карты даем, а. Еще мамка разок сыграла. И здесь, ой, как мало урона мы вносим. 5-8 могли внести. Ну, сейчас 5, да, вносим. Ну, ладно, блин. Самое плохое, что он много карт получил. Очень много карт получил, а и при этом как бы безнаказанно. 5 урона, считай, безнаказанно. О, минус дед. Дед откис, как говорится. Есть шанс на какой-то триплет? Ну, чисто технически, блин, дорого. Ну, не знаю, ребят. Ребят, не знаю. Скорее всего, поздно. А если так? Ну, чисто технически попробовать можно. Триплет, да? Че, я думаю, это в любом случае так у нас идет. А, блин, надо было это, да, крутануть? Придется это фризить. Ладно, тогда это мы не будем играть. Ты кто вообще, Элем? Давай с тебя начнем, Элем. Ну, одну-две карты даст, хорошо. Не даст, ну, что теперь сделаем? Только надо будет что-то... Блин, я думаю, что это 2-6 сразу в продажу пойдет.
Такое вот у меня небольшое ощущение. Нам с Триплета нужен Ривендер. Ривендер, баблерш искать. Я спецом с жирного существа начал, потому что у Элемах очень часто талант один стоит, которого надо сразу пробивать одним быстрым движением руки. О, даже одну карту получили, здорово. Было бы счастье еще одну карту получить. Да ладно, две карты. Это очень много для нетерпеливой вестницы. Слушай, может быть, тогда ее оставить еще на ход? А на каком слоте крутится? На этом? Таунт у нас есть еще один. А что с Триплета? Есть ненасытный Урзул. Я думаю, тогда не будем играть через это, если Урзул пришел. Да, будем качать еще одну стенку. Сейчас я это все хочу сожрать, все оно раскачанное. Нам подходит. Нам нас интересуют любые демоны. Абсолютно любые. То есть я могу сделать рерол. Механотанк, наверное, нет. Вот демон есть. Но его могут сожрать. Не сожрали. Мне нравится еще героиня. Героиню надо покупать. А билк сюда. Типа уже пора баблёж собирать, потому что здесь Бран на каком ходу мы с ним 4 хода назад на 6 ходу уже имел баффера ядов. У него здесь должно быть дохрена ядов уже. Право. Вот это хороший удар. Хороший, красивый такой добротный удар. Хороший удар. Ну, нормально, нормально. Нормально. Сколько это? 4, 3, 1, 8, да? Ну, он будет ко мне готовиться. Будет готовиться. Ух, я бы в левел пошел. Или будем пока крутиться, искать, бафаться. Блин, наверное, надо пока усиляться, пока есть такая возможность. Что нам лучше, стенка или баф? Я думаю, доп-стенка для нас интереснее. Жонглер. Катронатир ничего, но типа, опять же, я буду с одной стенкой. Жонглера будем фризить? Наверное, нет. Ну, чисто качаем, что есть. Опять какие-то там мурлоки, да? Нифига себе, чисто... По-моему, я получил в лицо один раз, и то от своих заклинателей гнева. Или как? Блин, не подходит джанглер здесь. Ну, типа, есть хорошая тема, что его можно будет сожрать, то почему бы не оставить, да, его одного? Вдруг я там демона закручу, джанглера сожру, дополнительные статы на Урзуле. Хорошо. Надо бы как-то в левел идти, пока хп есть. Пока есть хп, идти в левел. Элемы мехи даже есть, да? Ну, ядов нет, это хорошо. Налево. Бабл, как всегда, красиво залетает. Две мамки. Это партия на мамках. Мамки на партии.
Ладно, этого жирного не пробьют. Просто понимаете, почему я не хочу идти в левел? Да, там Ривендер. Да, там Ривендер. Но! Но мне еще баблерши нужны в триплет. Еще по-хорошему бы статов еще накинуть. То есть, как бы найти-то нам есть здесь что? Элемы 16. То есть статы, как бы, это да. Блин, просто демонсов не так много. Второй таунт. Еще вариант есть тебя сажать, да? Ну ладно, че нет. Ну и заморозим этот стол. Типа, блин, бабл может сюда залететь. 106, 104, 45, 46. Ну такая, я понимаю, ребят, я понимаю, ну, стратегия, ну, ну такая стратегия. Что теперь сделаешь? Вон, раскачка. Качалочка. Качающиеся демоны. Хотя здесь из демонов-то, по сути. Этот не демон, этот не демон, этот не демон. Считайте 50-50. Как там 4 демона написано, да? Элемы, мурлоки, мурлоки. Остается. Вот этот, конечно, не жилец. Он, скорее всего, сейчас отлетает. Если я проигрываю Рафааму, да, то у... он проигрывает потом Брану. Но я ему не проигрываю. Но я его не выбиваю. Это тоже немаловажно. Тоже немаловажно. Блин, опять бабл сюда залетел. Да что такое? Какой-то скриптованный бабл. Скриптонит. А не бабл. Это мало урона. Мне не хватит, чтобы убить. Скорее всего. 20-22%. 4-5-6, да. 6. Не убили. Этот Галахронт улетает. Я иду против Брана драться, да, получается. Баблерша. Очень хорошо. Очень вовремя. Типа идти в левел. Да, идем в левел. Рерол. Здесь дают демона. И лучший демон, который с доп-стенкой. Так, у него там... Блин, у него там мурлок с ядом. Я не знаю, насколько он его качнул. Насколько сильно он его раскачал. Насколько он сильно его раскачал? Не знаю. То есть, типа, может быть, вот так? Наверное, вот так. Ну, типа, понятно, что я сейчас получаю. Но у меня есть целый ход. По идее. Может, полтора хода. Найти аут. Мой аут это Ривендер. И еще одна героиня. Статов. Надо ли больше статов? Я пофармил. Думаю, надо. Если я его выбиваю, то с этим у меня вообще проблем не будет. Не-не-не, тут ядов дохренили арт. И он, естественно, готовится. Еще и ударил правильно. И куча ядов. Мы об них разбиваемся просто. Жесть, еще и дохренили арт урона. 17-27-27 максималочка. 23, да, даже выше максималочки. Я играю сейчас против вылетевшего. Никогда не теряй надежды. Блин, по статам по факту хватает. Жонглер интересует, гуля. Есть Аргус вот сюда. Возьмем.
Это сразу сыграю. Наверное, сюда баф надо. Единственное, какой-то не пришей кобыли хвост. Ненасытный Урзул. У меня получается одна покупка есть только, да? Ну, типа, блин. Топ-1 вряд ли. Топ-2. Он сейчас выбивает Рафаама. И я откисаю от Брана. И, конечно, не очень нравится, что у него этот. Так, вон, адептозавр с баблом очень сильно портит все. Я не думаю, что я сейчас буду сильно качать. Сейчас мы что сделаем? Сейчас будем ролять до Ривендера, до Баблерш. А, я еще здесь могу проиграть. Он здесь еще и переобулся против меня. Печально. Очень печально. А что, ничья, нет? Ничья, хорошо. Фух. Хорошо, что у меня более-менее норм расстановка была. Ну чё, Баблерша? Вот это бесплатно, ладно. Ривендер. Всё, да? Если я здесь ставлю... Но я не могу и Гулю, и Баблерша держать. Вопрос, если я, например, в две баблерши сыграю. Ну, баблерша, я увеличу шанс попадания баблерши в баблершу. Ну, наверное, это мой единственный шанс, чтобы правильно баблы раскидались. Да? Да. Просто если этот бабл вот в эту баблерш попадется, еще более-менее. Да ведь. Ну, все на все воля рандомья. Как бы есть 0.5. Он бьет первый, все, жопа. И здесь мы не попали в вот сюда. И здесь еще баблерша, да? Ну все, проиграли. Вот такая партия получилась. Ну, я как бы боролся, как всегда, до последнего. Но, ну, типа, ну, хайроллера не победить, это нормально. Но топ-2, слушай, герой показался очень хорошо. Демоны, ну, в принципе, чувствуют себя неплохо, да? Если ты красненького на старте получил. Ну, естественно, есть какие-то проблемы. Но как бы занять топ-2 или занять топ-6, это большие разные... Это огромные, огромная разница, да? Я лучше буду всегда топ-2 занимать, да? Потому что там, ну, Мурлоков банально я выиграть не могу. Но, как бы, топ-1 это слишком хайрольно нужно. Поэтому демонов используйте, демоны неплохие сейчас. Красненького там все это играйте. Надеюсь, видео было для вас полезным. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что думаете по поводу игры. Увидимся с вами на трансляциях. Всем до скорых встреч, всем пока.